коллеги, наша сетевая организация работает по принципам, завещанным Цептером, Гербалайфом и пылесосами Кирби. Правило простое. Кто напылесосит больше всех новых членов организации, тот... Походу, речь обо мне. Я и Азербайджан привел, и Армению, и Казахстан, и еще и Беларусь. И вы награждаетесь званием «Лучший работник месяца». И получаете подарок. Набор силиконовых крышечек для консервации, футболку с моим портретом и освежитель для вашего чемоданчика. На этом наш саммит! Погодите, я, например, не собираюсь никуда вступать. По крайней мере, в обозримом будущем. А я просто на велосипеде приехал покататься. Я тоже в режиме ожидания выгодных предложений. Неувязочка. Значит, все подарки назад. Освежитель, так и быть, можете оставить. Ой, Майя, мы и не надеялись уже. Сидели тут, кулачки за вас держали. Я только один кулачок. Гадали, придете, не придете. 50%, что придете. 50%, что нет. Не 50, а 50.4%. Идеальные демократические цифры. Надеюсь, что и с бумагами для вступления в ЕС у вас все в порядке. Правка из демократического диспансера. Вот, фотографии страны 3x4. Вот, флюорография 3x4. Есть. Страховое покрытие на случай отсутствия страхового покрытия. Вот, оригинал ксерокопии всех документов. Есть! Идеальные документы! Просто хоть на стенд вешай, как образец! Вот прям сейчас и повешу! А со мной? Что дальше? Приходите к нам, скажем... После второго тура? Лучше после обеда, в пятницу, в 2030 году! И захватите весь пакет документов! Так он... Уже у вас. Нет, это теперь образец. Соберите все по новой и приносите. Здесь чисто. Здесь тоже. Но ведь где-то у нас утечка. Кто-то же слил Ирану планы ответа Израиля. Значит, у этих стен есть уши, которые к секретной информации приделали ноги. Где-то тут жучок или камера? Надо обшарить все углы. Углы в овальном кабинете? Беспокоит корпус стражи и службы безопасности Халяль Кредит Банка. Скоро на вашем счету будет обнаружена подозрительная операция. Какой ужас! И что мне для этого надо сделать? Назвать 3 цифры на вашей карте. Что-то тут не то. Все окей. Это нормальные парни. Они мне тоже звонили. Нет, что-то тут не то. 8-3-1. Стойте! Что-то тут не то. Поняла, у вас же цифра стерлась. Тут не 8-3-1, а 8-3-7. Спасибо, ханум. Да не спошлет тебе Всевышний кабинет повальнее. Все, не отвлекаемся, ищем утечку дальше. Найти грозные альбатросы корейской революции. Еще прячется в закоулках нашей воспаленной фантазии гидра американского империализма. Еще крадутся по темным подворотням Украины темные подворотные крадуны. Еще зовет нас в бой гудок бронепоезда, доставшийся нам от отцов и дедов. Кимушка, кончай поскакушки. Папа думает о прекращении войны, а ты орешь и мешаешь папе строить мирные козни. Я жду, когда придет Вова, чтобы поделиться с ним солдатиками. Не надо. Вова половину твоих солдатиков поломает, половину потеряет, а половину закопает. Лучше займись чем-нибудь полезным. А можно мне взорвать дорогу между Южной Кореей и моей? Можно. Ура! Только у меня даже спичек нет. Лови.
Раньше, когда меня переполняли чувства, я каждый раз запускал ракету. Но потом я рассказал ему, что вместо этого можно просто ставить лайки, делиться, оставлять комменты. Большое спасибо! Но после этого все равно ракету